И мы продолжаем исследовать различные комнаты. Давайте посмотрим на комнату с названием «Цвета, звуки вокруг». Colors and sounds all around. Так, что нас здесь ждет? Ну, золотой баран. И пианино. Василий Кандинский. Вдохновение в искусстве. Так. Цвет. Это клавиатура. Глаз — это молот. В то время как душа — это пианино, у которого много струн. Художник. Это рука, которая соединяет различные ключи, заставляющие человеческую душу, душу вибрировать. Окей. Так, как я могу создать аккорд? Ну, если брать базовый, например, тон 982. А, мы нажимаем на циферки, и у нас... А, давай посмотрим. Вот, 1, 2, 3, 10. Нехорошо. Так, а 4 у нас 8, 9. А, мы еще на черной клавише можем. 7, 6. То есть 6, 7, 8, 9. 9. Так, окей. 1, 2, 3. Окей, 4, 10. 4, 11. Да ладно. 5. Вот. Значит, 1, 2, 3. Нет. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотри. 6, 7, 8. 9. О, сложно. Так, 10. Нет, 5. 5. Так. Это у нас что? Это у нас 0. Надо с нуля начинать. 0. Если у нас 0, надо начинать с нуля. 10 и 11. Вот эти вот две последние клавки. 10, 11. Давайте посмотрим, что у нас правое. 0, 1, 2, 3, 10. Ладно, еще раз. 0, 1, 2, 3. О, нет, неправильно. 0. Еще раз отсюда. 1, 2, 3, 4. А, это 5. Ладно. Еще раз. 0, 1, 2, 3, 4. Это 1. Потому что вот 4. Вот 4. Ладно, у нас 11. Вот, а это у нас получается 10. Ладно. Добрый вечер, Блюрент. Ну, да, разгадаем громки. 0. 1, 2, 3. Дальше 4. 5. 6. А, 7. Потому что 6. Вот. Ладно. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и последнее 10 и 11. Ну, я сыграл по порядку, не? Наверное, это было не это. А я пытался. Ладно, давайте достанем книжки. И за книжкой мы увидим кисточку. Кисточку номер 9. Эх. Ладно. Что мы что-то сыграли. Что мы получаем? А, круг аккордов. Действительно, есть такой. А вот, найдите.
А нам говорят, какой аккорд нам надо сыграть? Нам не говорят. Нам просто спрашивают, как я могу собрать аккорд. Ну, много как ты можешь собрать аккорд. Например, D. D у нас это вот это. D 8. F. F-решетка. F-решетка. Это у нас вот это. 11. И A. A это так. 8, 11, 10. Подойдет как аккорд? Видимо, не особо. Ладно, давай мы к тебе вернемся попозже. Тут надо явно собирать аккорды. Да? Тут явно надо собирать аккорды. Ну, как собирать аккорды более-менее понятно. Ну, вот из таких вот мажорных, минорных. Давай посмотрим A. Рядом с A мы можем поставить что? D или E. Есть? Есть E. И. Оп, нам дали кисточку номер 11. Ну хорошо, хорошо, идем. У нас есть кисточка номер 9. Давайте ей раскрасим что-нибудь. Все, кисточку раскрасили, давайте ее выбросим. Все, ну кисточка, правильно? Возьмем кисточку номер 11. Продолжаем. Собирать аккорды. Видимо, нам пианинка просто, чтобы научиться собирать аккорды. Здесь у нас есть и бемоль, и бемоль, и есть и с решеткой. Ох уж эти решетки. Ну нет, они слишком далеко друг от друга отходят, находятся, да? А нет, смотри. Недалеко, значит, посерединке между ними должна быть F-решетка, C-решетка. Ага, мы не можем двигать F-очку. F-очка у нас остается. А F-очка у нас, извините, у нас совсем другой край нашего круга. И давай посмотрим, что можем тогда рядом с ней предложить. G. G неплохо. И тогда, если мы найдем еще рядышком D, например, вместо A, нас то устроит. Нас вполне устроило. Мы получаем кисточку номер 4. Рисуем кружочек. Пойдет. Дальше. Следующий аккорд. Здесь мы не можем двигать и малое бемоль. Это у нас нижняя часть круга. Давайте посмотрим, с чем. У нас есть D. D нам подходит? Нет, D нам не подходит. Слишком далеко. И бемоль. Тоже далеко. C-решетка. C-решетка, C-решетка. Ну, в принципе, норм. И тогда здесь D нет. B. B, B, B. Тоже нет. Вот. Получаем кисточку номер 2. В принципе, понятно, что полотно разделено на 12 частей. И, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Давай последнюю часть. Здесь мы не можем поменять серединку. Малую G. Малую G. Малая G у нас где? Левый верхний угол. Хорошо. C нам не подходит. D тоже не подходит. И бемоль подходит. Да, тут у нас должна быть что? Бибимоль, да? Да. Так, кисточка номер 1. Еще один кружочек нарисовали. Посмотрим, у нас есть кисточка номер 5, что хорошо. Наша цель, видимо, нарисовать шедевр. Напомню, что тема конкурса, который проводился, это именно создание шедевра. Поэтому у нас много будет бумаг, именно посвященных искусству. Что, мне кажется, очень хорошо. У нас есть часы. Зачем нам часы? А, ну можем выставить какое-нибудь время. Какое время ваше любимое? Причем можем выставить только минутную стрелку. Часовая стрелка не двигается. А на сколько нам ставить минутную стрелку? Есть ли здесь подсказка? Здесь какие-то котики, да? Котики с поднятыми хвостами вверх.
Решетка это диез. Да, решетка это диез. Спасибо. Я все собирался научиться что-нибудь играть. В итоге какое-то пианинка есть, а играть так и не научился. Но, может быть, когда-нибудь. Так, и здесь у нас что? Здесь какие-то всадники скачут на лошадях. Вряд ли это будет подсказка. И череп. Можно бы сказать, что это череп. У него, кстати, отличные зубы. Отличные зубы, к сожалению, череп не говорящий. Может, к счастью. А вот там что-то есть. Давайте мы эти бутылочки пока откинем. И достанем кисточку. Кисточка номер 7. Кисточка номер 7. Позволяет нам разрисовать еще одну окружность. Мы ее сразу выкинем. Так, здесь у нас есть два кона. Нам нужна пластинка. И нам нужен какой-то четырехзначный код. Чтобы его открыть, говорят, смотри вот на такой рисунок. Хорошо. Кружочек, ромбик, и там еще один кружочек. Это что-то из авангардизма. Какой-то ангел летящий с печальной улыбкой. Или гусь. Не понимаю я это. Это очень-очень сложно. Наверное, я еще не дорос. Но. Вкусы разные. А здесь, говорят, вот есть половинка и фиолетовая штучка. Может, не намекаю, что нам надо вот эту стрелку вот так поставить. Мол, чтобы часы соответствовали. Да, нам потом получаем кисточку номер 8. Хорошо, кисточку номер 8 получили. Теперь вот эта штука на что похожа? Кружочек, ромбик, и там что-то беленькое. Так, а здесь у нас подсказка. Кружочек и треугольник. Не. Или да. Это похоже на компоновку цветов, которые вот обычно на треугольнике. Какой-то зеленый, да? Если посмотрим, надо, видимо, три цвета взять. И как-то составить этот цвет. Знаю, учитывая, что, например, это 12, это 11, это 10. Да? Или нам в этом должен помочь вот этот круг. Кто его знает? Непонятно. У нас есть пианинка, нажимая на которую у нас возникают различные циферки. Так, золотой овен нам ничего не дает. Книжку пооткрыть, почитать мы, как прежде, тоже не можем. Ладно, может, можем что-нибудь закрасить. Тоже ж кисточка. Тоже кисточка, но закрасить ей мы, к сожалению, ничего не можем. Дело оказывается сложнее, чем мы думали. Так, у нас есть спрей. Спрей, снять с которого крышку мы тоже не можем. Раздают очень странные звуки. Так, модель Юпитера, Сатурна и Земли. Так, подожди, у нас здесь есть краска. Красная. Зачем нам здесь красная краска? Мы где-то видели еще одну такую же краску. Здесь. Давайте сюда ее расставим. Что-то открылось. Так, мы тряпку находим. Наверное, это полезная тряпка. Так, что могло открыть? Открылся этот шкафчик. Нам говорят, вот смотри, у тебя есть банка. Банка? За банками кисточка. Есть какая-то вот такая вот картина. И за этой картиной явно что-то... А, ничего нету. Смотри-ка. Удобно иногда уметь проходить сквозь шкафы. Треугольничек на книжке был. О, да. Действительно, есть треугольник на книжке. Смотри-ка. Тот ли это треугольник? Возможно. А что нам с ним делать? Есть тут там какие-то три цифры. Спасибо тебе. Но трех цифр тут пока нету. Ладно, давайте пока раскрасим
с кисточкой номер 3 кружочек. Кисточку выбросим. Посмотрим, книжка была здесь. Смотрим, здесь у нас есть кейс. В этом кейсе, мы знаем, есть кисточки по прошлой головоломке. Во, мы нашли как раз цветовое кольцо. Я думаю, что это все не просто так. Значит, найдите гармонию цвета, начиная со стартового цвета. Значит, комплементарный добавьте 180 градусов. Допустим, вот этот и вот этот. Вот три рада, это 120 и 240, тетрада и аналоги. Во-во, вот они, эти треугольники. Хорошо. У нас есть... Что? У нас есть такой треугольник, видимо, вот к этому цвету, да? Это смесь синего с зеленым. Если я правильно понимаю, смесь синего с зеленым, нам надо тетраду найти, да? Вот к этому. Это у нас получается вот этот и вот этот, да? Это у нас получается 3, 7, 11. 3, 7, 11, ведь, да? Если мы берем тебя через 3, да, попробуем 3, 7, 11, ну или 3, 7, 1, это у нас сюда, 3, может 3, 11 просто, может быть 11, 3, нет, может 3, 7, 1, ну ёжики нет. Почему? Смотри-ка, мы можем достать книжки из этого ящика, не открывая его. Но это было бы нечестно. Давайте так делать пока не будем. Может, тряпка тоже все это вытереть, всю эту мазню? И не дает, к сожалению. Может, можем вытереть эту мазню? Тоже не можем. Эх. Какую мазню мы можем вытереть? Надпись Кандинского? Нет. Здесь что-нибудь тоже нет. Печатки руки мы здесь не сотрем. Сзади тут за холстом тоже ничего. А вот интересно. Так вот у нас нет холста, а так холст есть. Занятно. Ладно. Зачем нам тряпка? Не очень понятно. Да, попробуем тогда другую вещь решить. Вот у нас есть желтый. Желтый. Что нам говорит эта вещь? 360 градусов. Вот желтый. Но желтый, зеленый, синий и вот это вот 12. Это 3, 6, 9, 12. Я попробую 6, 9, 12, например. 6, 9, 12. Так. Нет. Попробуем наоборот. 12, 9, 6. 12, 9, 6. Такой вариант. Он тоже не работает. Чего от нас хотят? Но это явно должно быть связано здесь. Добавь 90 градусов, 180 и 270. Казалось бы, счастье, оно так рядом. Вот возьми и забери. Ну, вот так вот мы, например, с этого ящика, например, не получим то, что лежит в нем, поэтому придется все-таки пытаться отгадать. Здесь у нас триада. Добавь 120 градусов и 240. И стартовый у нас идет вот этот. Может добавить это плюс? Но почему-то это трехзначный код. Эта штука явно связана со смешением цветов. Ну и посмотрим сюда. У нас есть этот код. Добавляем 120. Это у нас 11. Это 11. 11. И добавляем еще так. И получается 3.
11, 3 и 4, 5, 6, 11, 3, 7. Хорошо же? Давай 11, 3 попробуем. Вдруг сработает. А, нет, не сработало. 3, 11. Тоже не работает. Да как так-то? Почему оно не работает? Тут что-то говорится про связь, то, что цвет — это клавиатура. Глаз — это молот. Которым как душа — это пианино, в котором много душ. Художник — это рука. Надо ли нам нажимать на эти кнопки, соответствующие этим цветам? А если мы нажмем, то что произойдет? Может быть, нам дадут? Ну, посмотрим. 3, 7, 11, да? У нас 3. Нет, 11 у нас вот здесь. 11. 3 у нас где-то здесь. Нет, 1. Вот. 3, 11 и 7. Нет, 8. 7, наверное, здесь. Нет. 8. Ну, давай так. Не вру. 3, 7 и 11. 10. И еще раз. 3, 7, 11. Но мы нажали, но ничего не произошло. Хорошо. Смотрим. У каждой клавиши, которую мы нажимаем, разный цвет. Возможно, надо по этим цветам найти, да? Хорошо, давай посмотрим цвет, который у нас соответствует вот фиолетовому, который там наверху. Фиолетовый, который по-нашему это 11. Вот 11. Тут он зеленый. Нам это не подходит. Посмотрим, где у нас есть нужен нам. Вот, это 0. 0? Да, довольно темный, это нолик. Нет, нам нужен посветлее. Нам нужен более розовый. Хотя вот смотри. У нас есть вот такой цвет и вот такой цвет. Наверное, вот этот цвет нам больше нужен. Давайте считаем, что это нолик. И нам нужен теперь желтый цвет, который прямо желтый-желтый, да? Что у нас есть из желтых цветов? Нет, нет. Это оранжевый, темный. Вот семерочка есть. Вот это единичка. То есть 0. 1. 0, 1. И вот тот, который смесь синего и зеленого, это 3. 0, 1, 3. Мне кажется, да. Давай пробуем 0, 1, 3. Понадеемся, что это то, что надо. 0, 1, 3. Пожалуйста. 3, 1, 0. 3, 0, 1. Так, ну этот цвет это троечка. 301, 310. Какие у нас еще варианты могут быть? 130. 103. Сложно. Сложно и непонятно. То есть смысл головоломки вроде бы и ясен, но вроде что-то упускается, да? О, кто делает такие головоломки? Страшно, сложно, неясно. И вот будут еще варианты. У нас есть пианинка. Пианинка явно важна. Из пианинки есть 12 клавиш всего. Нажимая на каждую клавишу, мы получаем, помимо звука, цифру с цветом. Окей. Цифра с цветом у нас, конечно, есть вот на этих часах. Я полагаю, на минутную стрелку уже можно не двигать. Но эти песовые часы нам изображают это цветовое колесо. Мы знаем, что у нас головка есть с тройным цветом. И обычно это был бы цвет вот этот и вот этот. Попробовали разные комбинации, не подошло. Что, подожди, у нас темный желтый же нужен, а не светло-желтый. Ага. 3, 0. Там, значит, не один будет. Да?
Ну-ка. Покажите нам ваши оттенки желтого. Так, нам нужен более темный оттенок. 7. Похоже, 7. Да, 7. 3, 7. 3, 7, 1. Да? Нет, 0. Давай проверим сейчас. 0. Явно 0 нужен. 0, 7 и... Ой, тряпка нам не нужна. Так. Это у нас розовый. Это 0. Это у нас... Единичка нам не подходит. Нам надо вместо единички семерочку. И у нас было еще 3. 0, 7, 3. Да? Давай попробуем 0, 7, 3. И разные ее варианты. 0, 7, 3. 0, 3, 7, может быть. 7, 0, 3. 7, 3, 0. 3, 0, 7. Мало ли. 3, 7, 0. 3, 0, 7. 3, 0, 7. Так, ну хорошо, мы получили, почему у нас 3, 0, 7. Давай разбираться. 3. Так, 0 это этот. Тройка это у нас... А, ну фиолетовый. Потом... А, начиная с синего. Это тройка. Да? Да. Синий. Потом розовый. И потом уже вот этот, который у нас более желтый, такой вот семерка. Отлично. Хорошо, более-менее принцип понятен. Давайте поставим пластинку. Она включит музыку. Спасибо им. А мы уже закрасим еще один кружочек. Выкинем кисточку. Музыка стандартная. И теперь, зная принцип, давайте попробуем, начиная с желтого, собрать разное. Так, желтый у нас, который совсем желтый. Который не прям оранжево-желтый, а более яркий. Мы знаем, что это у нас единичка, да? Вот он наш, единичка. Давайте запишем. Единичка. Хорошо, давайте. Уберем пластинку. Она ничего не открывает, поэтому без пластинки наши мысли будут чуть меньше путаться. Теперь нам надо через два найти, ну это получается знакомый нам уже такой вот синий-зеленый цвет, то с чего мы начинали, это у нас, о, какой цвет, мне кажется, он где-то здесь, вот это троечка нам подходит, давай тогда запишем. 1, 3. Следом у нас идет темно-фиолетовый. Темно-фиолетовый, это у нас есть четверочка. 0, 1, 4. Хорошо идем. И последний цвет, который нам нужен с темно-фиолетового, это оранжевый. Прямо такой вот оранжевый-оранжевый, как апельсинка. Давай посмотрим, где у нас. Это, наверное, нет. Так, это темно-красный, но получается вот он. Это получается шестерочка. 1, 3, 4, 6. Неужели мы с первого раза сможем теперь разгадать эту головоломку? Хотелось бы... Слушай, ну... Может быть, даже мы его почти бы разгадали. 1, 3, 4, 6, да. Мы получаем пару тряпок. Потому что главнее, мы получаем пару кисточек. Книжки. Тряпки... нам не нужны, а вот две кисточки это хорошо, потому что нам двух кружочков не хватает. Раз кисточка и два кисточка. Так, давайте пока останемся, посмотрим, что нам тут оставили. Какие картины? Ну, стены просто разлетелись в стороны, и вот, видимо, главное творение, которое у нас вышло.
Наверное, тут что-то глубоко значительное такое находится. Я, наверное, пока обсуждать не возьму. Но главное, что головку мы прошли. А куда нам нажать, чтобы выйти? Куда нам нажать, чтобы выйти? Хороший вопрос. Причем вот забавно, мы можем, если отойдем, можем посмотреть, как там вот за картой находятся вот эти вот цифры с разными значениями. Так, теперь вопрос, как завершить эту комнату, не нажимая Escape. Ну, видимо, никак. Надо, видимо, нажимать Exit. Ладно. Тем не менее, эта комната у нас пройдена. Дотянуться до шедевра нам не дает. Но можем кинуть в него тряпкой. Уи. Кстати, у нас кисточка номер 12 осталась еще. Может, если мы... Не, мы не можем дорисовать кисточкой номер 12. Тут у нас все дорисовано. Увы. Ну, давай тогда валиком туда кинем. Сами мы туда, к сожалению, прыгнуть не можем. Давай тогда сделаем выход в меню.